Всем добрый день! Сегодня у меня опять рыбалка перед Новым годом. Хорошая поклевка с самого начала предвещает и говорит о том, что будет очень интересный день. Сегодня я вышел пораньше на улицу. Сегодня холодный ветер, минус 6, поэтому я как бочонок надетый. И вот первая рыбка радует глаз рыбака. И эта рыбка у нас, конечно же, корюшка. Вот как я сегодня закутался. Холодный колючий ветер. Хоть минус 6, но оно это самое неприятно. Но ничего, идут поклевки небольшие. Интересно быть на улице. И вот пошли поклевки одна за другой. Ловилась корюшка, попадались ветлинги. Мерзнуть некогда было. То обманывали меня, то были пустые поклевки. Но когда клюет рыба, то приятно, что не пустое времяпровождение. Не просто так нос морозишь. Вот. И в разных случаях, даже когда рыба убегает, все равно очень интересно быть на улице, быть на рыбалке. Вот такие вот мыслишки у меня. И вот опять поклевка. Кажется, что рыба не взяла. Стоит только опустить удочку. И, как видно, сразу же опять начинается поклевочка. То есть рыбка сделала сначала одну атаку, ну а потом соблазнилась и второй раз. Это в данном случае ветлинг. Вот такая вот интересная рыбка. Ну, был период, и когда совсем ничего не клевало. Почти полтора часа рыбка куда-то делась. Пришлось делать традиционный обход удочек, наблюдать за солнцем, наблюдать за водой, наблюдать за чайками, кто куда пролетит, какая ворона каркнет. Размять кости, походить, посмотреть направо, налево. Ну вот, так вот полтора часа и прошло, когда гулял туда-обратно. А вот интересная поклевка. Совсем отличается от других и сопротивляется совсем по-другому, чем маленькая корюшка или мелкий ветлинг. Удочка сгибается, тяжело тащить, сопротивление хорошее, вводит туда и сюда. И вот, конечно же, вот она, королева местных вод. Это камбала, речная камбала называется, флундер по-немецки. Давно не попадалась, поменял приманку на селедку. То ловил кильку, на кильку, то ловил на, как его называют, на корюшку. Сейчас поменял на селедку, и вот такая вот приличная штука поймалась. Ну вот, не зря сидел. Тут у меня уже рыбка замороженная. Поставим, положим туда. Здорово. Ну что, продолжим дальше нашу рыбалочку. Посмотрим, какие будут результаты. Ну, после камбалы опять пошли хорошие поклевки. Вот я рыбачил и даже не заметил, что у меня на правом боку порвана куртка. Это, наверное, на прошлой рыбалке. После нападения неизвестных
личности на меня. Ну и попадалась, конечно, очень мелкая рыбка, которую нужно было отпускать обратно в воду. Были очень интересные эпизоды, когда клевала сразу на две удочки. Когда подходила стайка, только снимал с крючка одну рыбку, как тут же начинала клевать на другой удочке. И тоже был результативный вылов. Корюшка клевала, ветлинги клевали. Несмотря на ветер, все это радовало. Вот очередная поклевка. И как уже один раз показал, после ней последовала вторая поклевка. Первый был подсек неудачный, а второй, вот она опять попалась. Вот, время уже к вечеру. Достаточно нос поморозил. Рыбки уже наловили. Поснимал с разных ракурсов свою рыбалку. Ну, пора и домой. Будем завершать наш рыболовный день. Вот сейчас тут буксиры будут отходить. Какая рыбка красивая. Засниму и них, эти рыбуксиры. Поедут они работать, тягать корабли туда-сюда. Ну а мы пойдем домой. Всем до скорых встреч в новом году. Пока-пока. Завершаю сегодняшний вечер прекрасным ужином из жареной рыбки. Пожарил рыбку и корки. Сейчас похряпаю и баиньки.